Дорогие друзья, экипаж 27-й Международной космической станции приветствует вас. Меня зовут Дмитрий Кондратьев, я командир 27-й экспедиции. Добрый день, я бортинженер 27-й экспедиции, меня зовут Александр Самокуцаев. День добрый. Меня зовут Андрей Борисенко. Я также бортинженер экспедиции 27. My name is Katie Coleman. I'm a flight engineer on Expedition 27 and a NASA astronaut. And I'm a flight engineer on Expedition 27 and 28. Buongiorno, I'm Paolo Nespoli. Italian astronaut of the European Space Agency, flight engineer on Expedition 27. Дорогие друзья, приветствуем всех участников Лондонской книжной ярмарки с МКС. Надеемся, что вы получаете приятные впечатления от программы «Россия. Почетный гость». 50 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. И мы здесь на МКС тоже отмечаем этот праздничный день. Очень хорошо, что 50 писателей из России сегодня вместе с английскими читателями празднуют это событие в Лондоне. Поздравляем всех с 50-летием полета Юрия Алексеевича Гагарина. И желаем успеха в программе «России. Почетный гость». У нас есть несколько вопросов от постоянных зрителей программы BBC, и мы сейчас постараемся на них ответить. The books that I have up here, many of them are children's books because I like to read to my son. And so what I do is I float around with the microphone and have to hold on to both sides of the book because otherwise the book floats away. But it's really wonderful to read to him from space. We have several books, many books up here. It's not a big library, but we have many. I've seen books in many different languages. I brought books, both in Italian and in English, but I've seen books in German, in French, and in other languages. In total, there have been 16 nations represented by astronauts up here, and I'm sure that each one of them brought a book from its own nation. At the end, though, it doesn't really matter. Here we represent humanity in general, and this is what and the way we feel. Еще один вопрос от зрителей BBC. Есть ли время читать на станции? Какие книги мы взяли с собой в полет? Конечно, здесь, как и на Земле, есть рабочее время, есть время для отдыха, поэтому и астронавты имеют возможность в свободное время определенно для отдыха читать книги. Здесь на станции есть несколько книг. Каждый из космонавтов может привезти с собой некоторое количество книг, небольшое, своих любимых. Поэтому здесь скопилась небольшая библиотека наиболее популярных и известных, которые мы можем здесь читать. Мне достался вопрос, кто ваш любимый писатель. Вопрос достаточно сложный, ответить на него коротко, наверное, трудно любому человеку, потому что у многих, очень многих писателей есть произведения, которые хотелось бы читать и перечитывать по несколько раз. Поэтому я попробую так ответить на этот вопрос. Последней крайне серьезной литературой, которая относится к жанру классической литературы, которую я прочитал перед полетом, это было произведение английского писателя Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». Литература, которую то, что я прочитал для того, чтобы улучшить свое настроение, это, опять же, мой любимый писатель в этом жанре, Станислав Лем, «Приключения навигатора Пиркса». С собой же на станцию я взял в электронном виде книгу
российского писателя-фантаста Сергея Павлова «Лунная радуга». The question directed at me is, what type of book would I like from LBF? And, you know, we spend an awful lot of time looking out the windows here at our beautiful Earth, and I think any book that has to do with geography would be really interesting, because it would be really nice to, you know, when you're looking down at a part of the Earth, to really maybe have a good familiarity with the people and the customs and the geography of the area that you're looking down at. So I think that would be a really nice thing. Меня спрашивают, как вы хотели стать космонавтом и что повлияло на выбор вашей профессии, возможно, книга. Ну, я как миллионы мальчишек на планете, естественно, в детстве мечтал стать космонавтом, астронавтом. Мы играли в игры, связанные с космосом, с полетами, с ракетами, с Луной. Вот, мультфильмы смотрели различные. Ну и, безусловно, конечно, мы зачитывались научной литературой, фантастикой, которые связаны были с полетами в космос, с приключениями в космосе и так далее. И, конечно, безусловно, книга является, наверное, одним из ведущих путеводителей к моей мечте, которая сейчас осуществилась. Спасибо. I feel knowing that 50 years ago Yuri Gagarin became the first man to fly into space. I feel very lucky to be living on the International Space Station just 5 decades later, when people first left the planet 50 years ago, and now we have practically a family up in space. 6 astronauts and cosmonauts who have trained and work every day to do experiments up here on the space station, and it's actually considered normal that we live in space. I feel very lucky to be part of the history of space, and also to be part of the future of our exploration. Еще раз от имени экипажа приветствую всех участников Лондонской книжной ярмарки. Желаю всем хорошего настроения, удачи и всего наилучшего. До свидания.